Приход весны оголил ежегодную сезонную проблему – плохие дороги в глубинке. Сегодня она одна из наиболее актуальных в обращении граждан на прямые телефонные линии в исполкомы. Один из звонков от жителей Большой Боровки. Подъехать на автомобилях к своим домам люди не могут, грязь по колено. Машины приходится оставлять на въезде в деревню и самим надевать резиновые сапоги. Такая проблема каждую осень, каждую весну. Как бы есть коллективная... Обращения, подписи собраны, и все игнорируется, никакого процесса не происходит. Вот новостройки, как бы техника ездит, понятно, дороги разбивает, но дороги вообще не отсыпаются. Областные власти взяли проблему на карандаш, пообещали разобраться. На ямы на дорогах, неблагоустроенные дворы, жаловались и жители областного центра. Актуальными по-прежнему остаются коммунальные и квартирные вопросы.